Каждый раз у павильона «Икра и рыба Камчатская» очередь все больше. Кто-то уже давно стал ярым фанатом рыбных деликатесов. Все же выставка и продажа приезжает в Рязань далеко не в первый раз. И постоянные покупатели уже знают, что выбрать. Например, чевычу, которую еще называют «царицей морей». Мы икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем, очень вкусно. Икра считается чавыча самая крупная, очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень-очень приятно, что такая забота о нас. Чевыча, палтус, белорыбица. Рязанцы могут выбрать любую понравившуюся рыбку из богатого ассортимента. 35 наименований. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Я икру беру. А почему икру? Ну, Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год. Все-таки праздник большой, Новый год. Прошлый приезд был их, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую пасу. Нас всех удовлетворило это. Рязанцы рассказали, что выставка эта привлекательна и потому, что любую рыбку или икру можно попробовать. Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 25 декабря включительно.